Ну что, добрый день, дорогие друзья! С праздником! С днем рождения музея! Уважаемые гости, от лица Витебского областного исполнительного комитета, Витебского областного совета депутатов и управления культуры, позвольте в первую очередь поздравить, конечно, музей с этим знаменательным событием, замечательной датой в истории не только музея, не только города, но в целом Витебской области. И, друзья, искренне поздравляем вас со 105-летием Витебского областного краеведческого музея. Ваша история начинается с 1918 года. И сегодня вы достойно выполняете миссию по сохранению и использованию фонда уникальных коллекций искусства. Являетесь сокровищницей духовной культуры не только нашего региона, но и страны. От всей души поздравляем со знаменательной датой. Желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов в достижении поставленных целей. С уважением, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субосин. Областной краеведческий музей заключил договора с музейными учреждениями Российской Федерации, города Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Изборска и рядом других музеев. Это говорит о том, что музей непрерывно развивается и выходит на новый уровень своего развития. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вообще прекрасные юбилеи, потому что мы можем собраться, увидеть друг друга. Вот где мы еще всем директорским корпусом нашего прекрасного города и учреждений образования, и концертных учреждений, и клубных учреждений можем встретиться только где? На юбилее музея. А здесь, вот как большим холстом, да, великие наши художники рисовали большими мазками, так можно и нам продолжать. И в музейной деятельности, и, конечно же, непосредственно в любой культурной деятельности. Центр наш президент, соседи не умирают, поэтому, Глеб Александрович, мы с вами обречены на успех. Это действительно так. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, 105 лет – это много или мало, 105 лет интересной, плодотворной работы. И все на благо нашего города, нашей области, нашей страны. Люди – это самое важное и самое главное. Поэтому всех с праздником, спасибо за добрые и теплые слова.